О смерти Летова стало известно во вторник ночью. К дому музыканта на улице Петра Осминина стали приходить поклонники. Никто не верил, что легендарный основатель гражданской обороны мог скоропостижно скончаться. Слухи развеял директор группы Сергей Попков. Летов умер от сердечного приступа. Сегодня у ритуального зала на улице Перелета 7 собрались близкие, родственники, музыканты гражданской обороны. Павел Перетолчин, Александр Чесноков, Игорь Живтун, жена Летова Наталья Чумакова, брат Сергей Летов. Более 300 поклонников из Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы простились с кумиром. Молодежь и старшее поколение простились с целой эпохой в российской рок-музыке.